мы не должны выходить там за рамки, в данном случае, картины. То есть мы должны изучить и найти себя через это полотно. Вот, собственно, как я вижу эту задачу. И подобные вещи позволяют мне тоже выйти из своей такой комфортной зоны той музыки, которую мы обычно делаем, и посмотреть, может быть, на что-то еще другое. Наверное, всю свою жизнь я пытался находить какой-то симбиоз, скажем так, и художественного искусства, и музыкального, и идти куда-то еще дальше.